Премьера на национальном телевидении. Смотрите во вторник, 28 октября в 20 часов программу «Бумеранг» с Натальей Володиной. Гости студии – главный педиатр Минздрав соцразвития Чувашии Лариса Ноктева и детский врач-пульмонолог Ольга Голубцова. Вы узнаете, как часто и почему болеют дети в Чувашии, какие заболевания лидируют, как их профилактировать и как выстроена работа педиатрической службы в Чувашии. Аудиоверсию слушайте на национальном радио в среду, 29 октября в 20 часов 30 минут.